Хей, йоу, Кента пока на проводе, и сегодня, ребята, будет очень крутое видео. Но, как обычно, перед его началом розыгрыш на 1000 голды. Чтобы получить, вам необходимо первое поставить лайк, второе подписаться на мой канал, и третье написать любой хороший комментарий. Изи. И, конечно же, вам интересно, мол, Кента пока, а что это за аккаунт? Ребят, если вы не знаете, то это новая рубрика на моем канале, в которой я открываю кейсы с ваших аккаунтов. Так что, ребята, если у вас есть голда и желание, чтобы я открыл кейсы на видео, то пишите мне в ВК. Ссылочка снизу. А теперь давайте-ка мы, ребята, посмотрим, какие же есть ножи у моего подписчика. Так, листаем, и нас интересует именно керамбит. Да, у него есть керамбит. И, как я вижу, у него всего лишь 2 скина. Ну, в принципе, ребят, все равно неплохо. Теперь давайте посмотрим, есть ли еще какой-то крутой нож. Ага, у парня также есть Good Knife Dora. Ребят, это тоже очень-таки неплохо. Ну что же, погнали открывать кейсы. Яху! И у меня, ребята, к вам одна небольшая просьба. Пожалуйста, пишите снизу в комментарии, какие ножи вы видели и на какой секунде. Это очень-очень важно. Очень-очень важно. Ну шо, ребята, как говорится, поехали. Я открываю первый секретный кейс. Парень меня очень сильно просил выбить ему тычки. Я тоже хочу выбить тычки. Ребят, поехали. Держим кулачки, давайте. Надеюсь, счет хороший. Пожалуйста. Счет нормальный. Блин, ребята. Ой, как все плохо. Так, это меня немножко не радует. Ребят, давайте сходу открываем следующий кейс. Поехали. Так, что же интересное тут пролетит? О, я уже видел нож. О, ребят, это очень хорошо. Женщина! Вот это да, братан, прости меня. Не, ну вы видели? Нет, братан. Ну, братан, вы это видели, ребят, тычки. Вот миллиметра не хватило. Ребят, я никогда в жизни не был так близок к тычкам. Это впервые в жизни, ребят, почти выпали. Идемте дальше. Ребята, пожалуйста, пишите в комментариях, какие ножи я пропустил и не заметил. Пишите в комментариях вот прям так. Типа на второй минуте ты пропустил нож и название скина. Все, ребят, поехали. Фух. Ну что, давайте. Пожалуйста, но третий раз должно выпасть что-то нормальное. Так, и мне выпадает. Мы, ребята, осмотрим. Что же мне выпадает? А мне выпадает? Ну... Скажем так, могло что-то и получше. Ну, так себе. Так, ребят, давайте сходу открываем следующий кейс. Фух. Благо, голды у нас еще хватает. Так, что же выпадет? Топорик? Не. Ну, ребят, это несерьезно, честно. Это уже какое-то неуважение к моему подписчику. Я понимаю, что этого скина у него не было, но все равно, ребят, это не то, чего я хотел. Хотя бы какую-то М-ку выбить, я уже был бы рад. Так, погнали дальше, ребят. Пока вот мне везет, вдруг сейчас выпадет какой-то крутой нож. Ребят, там был какой-то новый нож или мне показалось? Ребят, я не шучу, там был крутой нож. Я просто в шоке. Ребят, вы это видели? Там, походу, новый нож какой-то. Я не знаю, что это такое. Чего? Это что за говно мне выпало? Алло. А, ну, радует только одно то, что данного скина у него раньше не было. Идемте дальше. О, тычки. Я не знаю, ребят. Ну что это за наказание такое? Ну там были тычки. Ну, ребят, ну вы видели. Вот кто видел, ставьте лайк. И пишите хорошие комментарии. Тычки были, вот прям, сколько. Опа, о. Легендарное качество. Так, ребят, мне выпал скин на АК, но данный скин, к сожалению или к счастью, у моего подписчика уже есть. Поэтому так себе. Так, пожалуйста, что-то хорошее. Ну, блин, ну это не то. Ну, камон!
Блин, братан, извини, честно, я не знаю, что это мне выпадает за говно какое-то. Ребят, у нас остается ровно одна попытка, поэтому, я не знаю, вот надо вот сейчас собрать все свои силы в кулак, и это, ребят, будет наше заключающее открытие кейсов. Фух, поехали. Там уже был нож, ребят, это было хорошо, пожалуйста, Ой, все, зависло, ребят, лагает, о, разлагало, и мне выпадает, и, конечно же, ребят, а что это такое? Это, кстати, похоже на Dragon Lore какой-то, да? Слушайте, прикольно. АВП Hyper List. Я просто недавно, ребят, начал играть в CSGO, ссылка на мой второй канал снизу в описании. То, ребят, похоже на Dragon Lore. Ну и если вам понравилась подобная рубрика, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был ваш Кента, пока, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.